Продолжать? Большинство людей думают, что время подобно рекам, которые быстро текут в разных направлениях. Но мне пришлось узнать о времени нечто большее. И я могу с уверенностью сказать вам, что время — это океан во время шторма. Вы спросите, кто я и почему я все это рассказываю. Присаживайтесь, и я расскажу вам историю, которую вы никогда еще не слышали. Я сын Шарона, могущественного короля Персии. Вместе с небольшой группой людей мы выступили с целью отомстить за обиду, нанесенную моему отцу. Да, мой сын. Maharaja's treasure vaults lie within. Ha! See how he lies. Like a warrior, son. Ты думаешь, я испытывал сожаление, когда смотрел на те разрушения, которые мы разворовали? Или, по крайней мере, покорность, наблюдая за быстрым превращением прекрасного мира в ад? Если ты так думаешь, то ты ошибаешься. В тот момент я думал только про одно. Я думал о чести и славе, которые я преподнесу своему отцу, утвердившись как истинный воин в своей первой битве. Oh!
Многие мужчины в те времена хотели завоевать честь и славу на поле боя. Их короли, возможно, говорили о том, что Косра говорил Рустаму: «Вы мои самые великие воины». С того момента, когда мой меч впервые отведал крови, я понял, что это не для меня. Я завоюю признание отца не через убийство. Я стану первым, кто найдет сокровище Магараджа и откроет чудеса, которые они скрывают. Oh!
Я могу предложить мою историю в следующий раз? Хорошо, я начну. Мне не быть с ней. Там было сокровище, которое я с гордостью мог бы предоставить в качестве доказательства нашей победы, если бы я только смог попасть туда. Thank you.
песок. Отец, я принес тебе достойную славу. Ваше Величество, вы обещали мне сокровища Магараджи на мой выбор. Конечно, вы можете выбрать любое из сокровищ Магараджи, любой сувенир, который вы захотите. Кроме этого бокала. Как и обещал, вы можете быть обладателем всего этого сокровища. Ну и, конечно, кроме нескольких экзотических рукояток. Я думаю, этого будет достаточно. Король Сараман милосерден в своей победе. Нельзя доверять человеку, который предал своего хозяина, и нельзя пользоваться его услугами, иначе он и вас предаст. К своему сожалению, я узнал правду об этом в тот день, когда мы прибыли в Заар в качестве гостей. Мой друг, ты просто обрадовал меня своим визитом. Заар известен во всем мире. Это место достойно внимания. Я вручаю тебе символ времени. Пусть дружба между нашими королевствами будет такой же продолжительной, как само время. Но почему он растет? Я могу ответить на этот вопрос. Внутри бокала есть чудо, которое не видел ни один человек. Молодой принц, наследник своего отца, возможно, он знает. Прекратите! Father!
Дай мне этот кинжал! Отдай его сейчас же! Давай сюда!